В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области 24 октября 2016 года начато главное судебное разбирательство по уголовному делу по факту акта терроризма. Также в ходе слушания с учетом мнения государственного обвинителя судом постановлено о проведении судебного разбирательства по данному делу в закрытом судебном заседании в целях обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и других участников процесса, а также в интересах охраны государственных секретов.